По инициативе крупнейшей компании-перевозчика «Мострансавто» автобусы во всем Подмосковье украсят портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. К патриотической акции присоединяются и частные перевозчики Серпухова. Шествие бессмертного полка стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы. В этом году портреты героев разместят и в салонах автобусов. Компания «Мострансавто» призывает жителей Серпухова присылать фотографии и данные о своих родственниках, героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Портреты принимаются до 16 апреля включительно и будут размещены в салонах автобусов, курсирующих по маршрутам муниципалитета с 9 по 13 мая. Эта акция – наш способ выразить благодарность защитникам Родины и сохранить память об их подвигах. Портреты увидят тысячи пассажиров, которые ежедневно пользуются автобусами компании. Уже сейчас мы видим, что акция получила широкий отклик у большого количества жителей Московской области. Акция нашла отклик и среди частных перевозчиков муниципалитета. Сотрудники ИП «Пушкина» и ИП «Орехова» уже развешивают первые присланные фотографии героев Великой Отечественной. Часть наших сотрудников уже принесли портреты и фотографии своих родственников. Мы их уже разместили. И если кто-то из горожан захочет присоединиться к этой акции, вы можете также принести фотографии, передать водителю автобуса, либо передать в местное отделение партии «Единая Россия», и мы их сразу разместим. Приглашаем принять участие в этой акции всех наших жителей нашего города, пассажиров наших автобусов. И бессмертный полк на 9 мая у нас будет проходить не только по улицам нашего города, но и в общественном транспорте. Акция направлена на сохранение памяти о великих подвигах наших предков. И в ней может принять участие каждый желающий.